Носорог и бегемот – эти ребята по праву считаются самыми сильными животными в мире. В их компанию еще можно включить африканского слона, который в порыве ярости способен вырывать деревья с корнями. Но слон из другой весовой категории. Поэтому в этом видео посмотрим на противостояние именно носорога и бегемота. Эти африканские тяжеловесы – самые настоящие бронированные танки, которые всегда прут напролом. Главное оружие бегемота – это огромная пасть с длинными крепкими зубами, способными прокусывать броню черепах, крокодилов и даже шкуру носорогов. Оружием же носорога является его острый рог, с помощью которого этот гигант может вспороть брюхо любому противнику. Вес взрослых представителей, как бегемотов, так и носорогов, как правило, в диапазоне от 3 до 4 тонн. Поэтому, столкнувшись на узкой тропе, никто из них не намерен отступать в сторону. Основные отличия заключаются в темпераменте животных. Носорог – более осторожное животное. Он оценивает свои силы и, как правило, первый не кидается. Он опускает голову, демонстрируя свое оружие, и показывает готовность его применить в случае агрессии бегемота. Бегемоты же вспыльчивые темпераментные животные и редко думают о последствиях, ввязываясь в драку. Успех носорога зависит от рога, который он отрастил. На этом видео бегемот проявил тактический прием, зная свои сильные стороны и слабые стороны противника. Он загнал носорога в реку, опрокинул на бок, и больше страшный рог не представляет опасности. Второй бегемот решил не вмешиваться в честную драку. По крайней мере, до тех пор, пока у братишки все идет по плану. Как известно, у носорогов очень плохое зрение. Правда, бегемоты об этом не знают. Поэтому, не разойдясь на той самой узкой тропинке, они думают, что носорог слишком дерзкий, а не слепой добрячок. Нередко эти животные понимают, что делить им особо нечего, и нет смысла наносить друг другу смертельные увечья. Это одинаковые по силе гиганты, и если они встречаются в битве, исход ее бывает печальным для обоих участников. Пожалуй, есть только один сценарий, при котором носорог будет явным аутсайдером. Это если он добровольно зайдет в реку к бегемоту и начнет огрызаться. В этом случае шансов у него практически нет. Бегемот в своей стихии и может вонзить острые зубы с любой стороны.